Мы торговали на рынке Мадина. Наши там продажи не покрывали даже расходы. Расходы, семейные расходы, даже аренды, соцфонд, налог. Я посещал тренинг Довлатова в ноябре месяц 2015 года. Вот недавно, уже месяц, открыли салон «Штор». Здесь применяем методы, которые рассказывал Довлатов. Как поступать, как реализовывать, как обратиться к клиентам, какие акции проводить. После посещения тренинга, после принятия меры, у нас повысился доход на 30%. Раньше, когда мы торговали на рынке Мадина, у нас были дешевые ткани. А сейчас уже из Турции привозим, намного дороже и намного лучше, хорошие. Другим людям тоже обязательно надо будет посещать тренинг Довлатова, потому что нигде у нас в школе, ни в вузах не учат об этом, как продавать, как реализовывать, какие меры предпринимать в таких ситуациях, когда идет кризис.